Цитата Аль Пачино. Умные вещи. Секрет в том, чтобы общаться с теми, кто лучше. Драться с теми, кто сильнее. Любить того, кого нельзя. Ух ты. Вот это мне нравится. Не умирать там, где умирают другие. То есть, например, почему она говорит робот? Голос Бориса. Вас когда-то убивали? Минута терпения, 10 лет комфорта. Дон Симон! Это Дон Симон! Ты Дон Симон! Он себя шаманом чувствует сейчас или что? Ну не тот шаман, который... Вы поняли, а настоящий. Не тряси зеленую яблоню. Когда яблоко созреет, оно упадет само. Мудрец. Огурец. Да, да. Да, здорово, пацаны, здорово, здорово, здорово. Живой. Да. Надю надо, да. Давно не было ее. Какая Надя? Согласен. Здрасте, сейчас я пивка возьму. Пиво тьма. Охота это база. Дон Симон. Сори, я громко сказал. Дон Симон, добрый день. Я с вами сидел, один раз гончарой. Сидя в столом. Вообще нежелательно, я бы стоял. А можно я ребятам расскажу, кто вы? Скажи. Ну, если вы... Вы же помните, на рынке это был борщик, но не сладкий. С капусткой, но не красный. Никита Литвинков. Я Никита Литвинков. Это кореш Никиты Литвинкова. Это мистер Дон Симон. Добро и позитива. Ходим. Нет, вообще, Саша, мне это нравится. Не, ну раз нас ссали, надо попробовать. Такую историю, что... По поводу борща, кстати, борщ-то все-таки красный. Тут был... Тут был... Поняли. Я, пацаны, открою. Ну, не, я задонатащу... Так нет. Получается, мы вискарь пьем темным пивом. Мы договорились. Я тут позавчера нашел. Я прекрасно знаю эту шляпу. Гордон на Он даже не морщится, когда пьет это говно. Он уже как яблочный сок это впитывает. Просто... Нет. 40 градусов алкоголь. Нет, не написал. Мы посмотрим, подождем. Не, он может задонатить. Я чуть от воды не подавился. И он это глотает, ему нормально. Вопрос. Хнури, хату заведут там, изнасилуют. Мистер Дон Симон. Называй меня Дон Симон. Дон. Вот это смешно было. Вот это смешно. Представляю. Вот это смешно, да. Меня зовут Дон Симон, ты понял? Это Дон Симон, мистер Дон. Меня просто подобрали на остановке. Ты знаешь, что такое Дон Симон? Ты знаешь, что такое Никита Леденков? Борщик, но не сладкий. Хороший борщик. Это мистер Дон Симон. С кем он? Кто это? Куда он пришел? Кому? Арнольда покажи. Покажу сейчас. Да вот это ты видел? Вот это видел? Реально? Нет, нереально. О! Терминатор. Микки Рурк. Да? Да. Пошли в этот, как его, берлогу. Я, в принципе, туда и собирался пойти. Давайте, я внизу. Давай. То пока соберетесь. Охренеть. Ну пойдем, перлогу сходим. Азиза. Адида. Азиза. Да. Ты скажи еще раз Азиза. Адида. Да, Хел, ты все знаешь, конечно. Вот сегодня Лос-Анджелес отдел. Вика подарила. Вика. Да. Щагульню. Господи. Мотель, проститутки. Ну пойдем, что, приземлимся. Да нет, не угорайте, вот так это апельсина высок или еще. Бам. Чего-чего-чего? Рви футболку, ребят, новая, новье.
LA. А ты задонатил правильно. А ты задонатил. Либерта, хорошая песня, согласен, хорошая. Где олигархи наши? Где шейхи? Допивай залпом. А ты задонатил? Допьем. Степухи, очень хочу, чтобы ты заценила фильм «Неоспоримый 2». Если тебе не понравится, то выдашь мне пермач. Мой ник Тазик 98. Да-да, Тазик. Почему у тебя никнейм в донате другой тогда, Мовис? Спасибо большое. Шайч, спасибо за переподписку. Нора Они, спасибо за переподписку. Куариус, спасибо. Шафт, спасибо. Даша, спасибо. Мидмен, спасибо. Карл Брам, спасибо. Акшая Гуна, спасибо. Хрупкий, спасибо. Уэлла, спасибо. Тим Лолито, спасибо. Сережка, спасибо. Алекс, спасибо. Криме... Криминайлк. Спасибо. Норикс, спасибо. Бухаем. Пацанами. Дон Симон Струячин. Струячин. Саня Струячин. Там Яндекс Колун. Что ты? Посмотри. Господи, что за трэш? Это его заведение, я не понимаю. Почему постоянно приходит, сидит здесь, включает все, что захочет? Кто хер занимается? Было у него дома, если вообще. О, можно вопрос? А, это берлога? А, так это оно и есть, это он ее называет берлогой. Фу. Как они вообще ему разрешают все это делать? Еще и курит там. Мне кажется, это заведение за его счет и живет. Тупо вообще. Это заведение Александр Яковлевич Розенбаум. А, да? Они друзья, кстати. Белла Михайловна, это его жена вторая, да? Белла Михайловна. Кто? Здравствуйте, это Сергей. Да мы с вами там много съемок делали там в свое время, там, ну, много чего. Ну давай, кого? Лепса? Что мы ставим? Давай Розенбаума. Аня. Да, Лепса. Песня. Ну, Лепса. Я говорю, что песня. Я не себе. Что происходит? Лепс, расскажи. Вы видите, что происходит? Не понял. Кухня не работает. Да тебя не видно. Я не понял. Так отстоял, это я не снимал вообще ничего. Либерахи, что ли? Хороший. Дон Симона знаешь? Да. Да. Чай так чай. Пойдем, посиди 5 минут, мне посрать надо. Я сейчас по-большому скажу. Сри штаны. Ты что, сал штаны? Только не обосрался, наверное, еще. Самара терпит. Так, где тот самый трек? Если ваши друзья просят вас договориться с вашим врагом, чел реально сидит, просто какие-то цитаты из пабликов слушает и думает, что он крутой. Значит, предатели уже договорились за вашей спиной. Ого. Я предатель. Да. Я отдам 3 десятка своих головорезов за одного человека, умеющего решать вопросы разговаривая. Вот из того, что вы услышали, есть 2 самые главные вещи. Хотите, запишите, там, вырежьте, там, нарезки сделайте, там, я не знаю. Не надо знать всех. Надо знать лучших. Да, это понятно все. Но знаете, надо всегда знать дорогу к дому. Знаю, где я вообще не понимаю, где я. Вот это вот важно. Когда я работал, выходил со смены, у меня в кармане не было денег на такси. Когда я служил в армии, и меня отпустили в увольнение, а мне надо было появиться в одном месте, у меня вариантов не было, я взял такси. Я приехал на этом такси, но мне рассчитаться было нечем. Я просто снял часы. Мне подарили часы со звездой, ну, армейские там. Я снимаю часы, отдаю таксисту. Я говорю, за проезд, у меня нет денег. Он взял эти часы, ну и бог с ним, судья, все остальное. Ну, я приехал в часть вовремя. Потому что меня бы там ебали нормально. Я отдал ему часы просто за проезд. Вот это депрессия, конечно. Короче. Вот
Я с ума схожу по этой, потому что это мое детство, это, ну как, юность моя. Однажды в Америке. Ну это классика, да. Это оно? Ну наконец-то, давно уже не... Да, да. Песня. Джонни, где ты? Надеюсь, я поступил правильно. Прощай, Майкл. Прощай, Джонни. Я как подошел. Это кто? Пацаны, привет. А вот и это. Пацаны, привет. Я вот, что за... Что об этом скажет твоя женщина? А вот и я. Я растоплю твой лёд. Салют, Андатор! Привет, всем привет. Тебе, между прочим, подарок принесла. Прям какой? Прям хороший. С друзьями сербами отдыхаю. С сербами? Ну-ка, подождите. Я сам знаю все это. Я не представляю. Че? Как устой, братай? Че? Как устой, дружи? Добрый. Добрый. Добренько. Адаклисы. Чего? Есть сербы на месте, он... Чё он... Да-да-да. Или он реально на сербском пытается что-то сказать? Сербе. О, даклис ты? Даклис? Не спирот? Ладно, брат. Нет, что-то вроде на сербском. Я думал, что он свой язык придумал какой-то неожиданно. Как Мурлок из Хардстоуна. Увидимся. Увидимся. Чао, поздрав. Да, поздрав. Поздрав, пелики. Чё? А? Кушать не хочешь, а то у меня я посмотрю, а что у тебя есть. У меня салат мимоза и тефтели. Я съем. Ну, раз на день рождения... Я, кстати, мимоза. Не было подарка, тогда будет. Вот, крымский. Крымский, ёп. Прямо оттуда? Прямо оттуда. Прямо оттуда, да? Ага. Так, пацаны, ну чё? Ой, я тебе сейчас ещё кое-что покажу, фига себе. Ого, плоскоземельщица. Кстати, это отдельная тема по поводу плоской земли. Я не могу. Да какая-то слечезма. Погоди, тут говорят. Да. Здрасте. Знаю вас, знаю. Очень приятно. Господи. Вот я сейчас, подождите, сейчас. Сейчас. Да, сейчас. 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 О! Это вчера в метро, видите, там подписчик со мной фотографируется, узнал меня. В метро. Да, я тоже популярный, как Сергей Симонов. Ря. Тоже. Ну присаживайся. Спасибо, спасибо большое. Да. Пиво, да. За знакомство. Ну какая легкая полянка. Это что за пень сидит? С началом лета, пацаны. А пиво с коньяком нормально сочетается? Нормально. У него, блядь, и бензин с ацетоном нормально будет сочетаться. Ему уже какая разница, что пить. Вот. Ну вот эта часть у меня, конечно, здорово обгорела. Ладно, пацаны, шут пиздеть, блядь, давай выпьем. А на студии, кстати, чего там? О, слушай, вот эта песня пиздец. Ой, блядь. Он включает песни на нейросети. Помнишь твой друг, который крупный такой был? Кто? Литвинков. Ну, в тюрьме сейчас сидит. Реально? В тайске. Правда это или нет? Ну, две недели сейчас там люди работают, все вытаскиваем. Ого. Я думаю, вытащу. Ничего себе. Ты врешь, пацан, а? Никита просил у тебя денег и помощи, а не совета. Ты ничем не помог, пизда была. Слушайте, я не мать Тереза, блядь. Ну, извините меня, пожалуйста, да. Я человеку помог просто советом. Все, вытаскиваем, да. Я ему сказал, что нужно сделать. Вытаскиваем. Спасибо, ребят, за донаты, там, за то, за все.
А там, что там на даче обычно советом делаешь? Вытаскиваешь. Я? Как отдыхаешь, да? Все кончено. Да простит меня Бог. Бля, надо сделать пародию, стрим-пародию на Симонова. Нажраться, сидеть, статус, слушать музыку какую-то депрессивную. Томас Шелби, блядь, что какую-нибудь херню. И все. Зайди. Можно я за вас скажу какую-то вещь, которую я понимаю? Мы русские. Вообще максимально сколько было? Максимально такой. 67 тысяч. Да ну нахуй, я думал, ты француз, Серег. Наташа, спасибо тебе за донат. Сейчас поставим. Сейчас мы все пописаем, покакаем. Мне там интересно, а вот там французы или, я не знаю, японцы. У них есть такая тема? Наши русские такие, мы японцы. Или французы такие, бля, мы французы, нахуй. Мы американцы, бля. Что нам надо сделать? Знаешь, с чего у меня начинался день в казино? Вот я приходил, только я приходил. Мне всегда несли чашку эспрессо. До этого я был в спортзале. Я снимал кассу. Ну, я смотрел, на каком мы свете. На том, на этом, бля. Вот в чем дело. Так, дергаемся. Он, да, я прочитаю. Чего? Ну, пишут же люди, рассказывают. Наташа, он на стриме вызвал. Я сейчас все прочитаю. На стриме вызвал. Они ехали. А когда приехали, он выключил стрим. Ты что, проститутку вызвал? Ну, да хорошая на всякую херню. Ребята, на меня посмотри. В глаза смотри. Хорош, блядь. Устали. А ты хорошо танцуешь, кстати, Серега. Че, устал? Да не устал. То она, блядь, вообще такая. Классика, да? Нет секса, нет донатов. Угу. What the fuck, блядь, мазафака. Ну, блядь. Вот что я у тебя еще хотела сказать. По поводу Женьки с Сашкой, помнишь? Да. Да. Почему ты к Женьке начал приставать? Я? Да. Каким образом? Ты сказала, Жень, давай пососемся. Я сказал, да? Да. А, ну по пьяни. О, блядь. Ты нахуй, сука, такая. Так, блядь. Что, пососемся? Я шучу. Ну, было и было. Ну, было, блядь. Пацаны. Сейчас я дойду, где я буду, и тебе скину. Спонсор выпуска – продавец света. Да, ребят, здорово. Бухой? Да нет, ребят, я сейчас нет. Бля, а что, так подрубают стрим, что ли? Просто в полной темноте, ничего не видно, здорово. Он как вообще, типа, как только у него открывается один глаз, когда он просыпается, он сразу же кнопку нажимает запустить трансляцию. Потому что, ну, тут вообще, типа, он даже не подготовился, даже свет не включил, он просто сразу встает и такой, привет. Или он вообще не отключается. Спонсор выпуска – продавец света. Нет, говна, блядь. Оп. Да, ребят, здорово. Бухой? Да нет, ребят, я сейчас нет. На водичке вот сижу. Слегка в автономке. У нас сегодня такая ламповая атмосфера. Ламповая. Я сегодня, кстати, там кое-какие видосы там записал. Сейчас. Короче, я не спал 3 дня, а может и 4, я точно не помню. Выпил снотворное, не знаю, через сколько я засну, но, наверное, через когда-то засну. Чего, блядь, еще и снотворное пьет? Мне казалось, достаточно того, что он бухает, и ты уже отрубаешься. Блять, да ебаный рот, да что ж у меня, блядь, нихуя не работает ничего, блядь, они заебало, блядь, эти штативы ебучие, блядь, китайское говно, блядь. Воу-воу-воу, ты чё на братков-то своих быкуешь, Даша, ведь? Что-то ему не нравится китайское, видите ли. Ра, блядь, там ещё у меня кое-что не доделал, он, блядь, сломал газонокосилку, блядь, пидорас, блядь. Осуждаю, нахуй. Новую купил, блядь, пиздец. Дебил, блядь. Фаруха? Фара? Ну, он завтра придет, он сейчас пока уехал, обсуждаю, блядь. Ну, руки и жопы у него растут, блядь. Ну, я завтра, послезавтра я приеду, короче, разъебу там всю эту хуйню. Они же дикари, блядь. Насос сломал мне, блядь. Ничего страшного. За тебя. Ебашь его, нахуй, сразу. Ебашь. Нормально. Чтобы он, блядь,
чтобы он, блядь, понимал, нахуй, где он находится. Ну, Фара, блядь, немножко сдает позиции, я говорю, я просто, он там, по моему, там, указанию, там, что-то делал, но в последнее время... что-то мне не нравится. Надо с ним встретиться, пообщаться. Обсуждаю. Да, блядь! Ну, я, ребят, я Лютого очень редко включаю, блядь. Ну, бывает иногда. Лютого? Бывает, бывает. Потому что у меня завтра там эти всякие разные там эти доставки. Сука, лицо торчит. Да, разгрузки. Из темноты, блядь, страшно. Короче. Дайте мне 3 дня, да, типа того. Может, принеси мне еще... бутылку воды там на улице стоит. Мусик, кусочек шоколадки мне еще принеси, есть какой-нибудь там, ну, что-нибудь сладенькое. Хуёвое, блядь, ладно. Ладно, завтра отвечу. Сегодня сил моих нету, блядь, ни на что. Да, братух? А, здорово, 100 лет, 100 зим, как дела? Вот я, смотри, я тебе говорю, я как приезжаю в Черногорию, я всегда здороваюсь с морем. Бам-бам-бам. Давайте, чао, чао, пока, пока. Блять.